Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Вы знали, что одновременно подкормить, защитить, оздоровить и провести профилактику многих заболеваний сможет один препарат, и это фитоспорин М. Для рассады перца и томатов это средство обеспечивает подпитку, а также защиту и устойчивость к бактериям и грибкам на клеточном уровне. Фитоспорин – это микробиологический препарат нового поколения, эффективный против грибных и бактериальных болезней на любых культурах, а именно рассады, домашних цветах, укореняемых черенках, в саду на плодовых деревьях и кустарниках и на всех овощных культурах. Препарат совершенно безвреден для человека, животных или насекомых. Рассаду овощей и ягод чаще всего обрабатывают с помощью опрыскивания. Несмотря на это, подобным средством можно осуществлять и полив рассады. Для этого нужно взять 1 литр воды и 1 чайную ложку препарата, который продается в жидкой форме. Размешайте и подкормите рассаду получившейся жидкостью по 1 чайной ложке подсаженец. Помимо этого, средство препятствует в дальнейшем поражению растений фитофторозом, бактериозом, ржавчиной, черной пятнистостью, корневой гнилью, паршой, мучнистой росой и многими другими болезнями, а также защищает всходы от такого неприятного явления, как черная ножка. Средство выпускают в 3 формах – порошок, гель и готовый раствор в бутылках разного объема. Отлично подходит в качестве первой подкормки для молодой рассады. Кстати, улучшает приживаемость, если подкормить незадолго до пикировки. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!